Да что такое? Добрый день, уважаемые слушатели, подписчики. Сегодня мы проводим с Валентиной еще один сеанс работы лечебной установки. Что будет использоваться? Будут использоваться зеркала, черный мармон кристалл, розовый кварц кристалл, белый кварц кристалл и аметист. Также шары из натурального камня. Изумруд, кристальный белый, фианит и еще один кристальный белый. Могу показать вам. Сейчас камеру переведу, чтобы было это понятно. Вон она вдали находится, установка, вот стоит на столе. Вы ее видите, близко не могу подвести, кабель не позволяет. Итак, готовим установку к работе. Сейчас, секундочку. Вот. Валентина, вы готовы? Готова. Сейчас я запускаю установку. Так, установка запущена. Сейчас она активируется. И можно начинать. Так, свечи. Разве Валентин, можете рассказывать? Ну, сразу пошло что-то такое в голове, как будто приподнимать. Как будто оно что-то полулежачее было, его стали приподнимать. Поднимать. Ставить, короче, типа на ноги. Угу. Какой-то образ возник очень интересный. Море. Вот образ моря. С волнами ко мне. Такими. Но это какой-то интересный образ. Как будто это не такое море, вот, которое типа пляжное. А как будто просто картинка моря, причем я смотрю на нее, как будто из-за каких-то... Вот я нахожусь в каких-то выступах в скале. И вот отсюда я его вижу. Но выступ довольно широкий. Угу. Вот, ну еще что. Вообще интересно распаковывать сразу, конечно. Это из-за картинки моря, что-то еще такое было. Тень кого-то. Вот что. Ну, активация идет из изумрудного шара, где оно светится. Активация голубого шара. Что? По всей видимости, оно и дает тебе море. А изумруд, он вообще на что направлен? Кто? Ну, камень изумруд. Ну, это у нас здоровье. И чисто это оздоравливающая энергия. Это жизненная сила. А именно на преодоление какой-то болезни. Любой. Впрочем.
Идет потрескивание, интересно. Кстати, Марион начал забирать негативную энергию. Трещит свеча, это хорошо. Ну, у меня и возник образ. Прямо как будто вот у меня что-то, ну, прям засветило. Прям ярким. Как сбоку показалось свечение такое. Вот, а что еще интересно? Что область над губой как будто начала как будто активно пощипывать, и причем это какой-то, ну вот внутри идет какая-то ассоциация, и она с чем-то таким связанным каким-то, вот ты представляешь, с приятным чем-то ассоциируется. Угу. Сейчас я к ней ближе подойду. И посмотрю, еще тебе расскажу, что происходит, потому что плохо видно оттуда. Но светится голубой шар очень сильно, светится зеленый шар очень сильно. И идет активный отбор отрицательной энергии. Тут я ближе подошел, просто тут через камеру не очень край захватывает, а близко подошел. Это очень интересно. Я в следующий раз, наверное, куплю и кабель, чтобы камеру туда переводить, чтобы было наглядно. Угу. Так, а сейчас что я ощутила? Очень сильно. Я ощутила, ух ты, как интересно, в области ступни правой ноги. Угу. Сначала что-то как будто прямо активно, чуть ли не припекло, а потом нога прямо стала... Как будто как легкой-легкой такой становится. Ну, какая-то энергия прям по ней пошла. Легкая и легко. Угу. Все прекрасно идет. Но здесь вектор не поворачивается. Здесь вектор стоит в определенном положении, тут я никогда не кручу. Вот интересно, что я прямо об этом стала уже думать. А думать я стала вот о чем. Что как будто прям вот центр личности сквозь прям все меня проходит. Такое. И причем комфортное состояние, оно так вот в области этого солнечного сплетения, груди. Ну, прям вот этой грудной чакры, как там ее аджи, ну, вообще, вот вообще в области груди даже. Ну, какое-то, ну, прям как типа дыхание какое-то, с колыханием пошло. Она сама по себе, эта чакра, как будто дышать начала, аж подталкивает меня. Вот толчками, как спереди-назад, вот так толкает. Прямо вот интересно. Ну, типа как вот сердцебиение, только в области живота. И вот такое толчковое, как будто вот... Значит, пошла раскрутка. Это хорошо. А сейчас мне кажется, что начал работать кварц. Ну, короче, такой вот светлый-светлый... такой, но он не прозрачный, как полупрозрачный, но светлый. Дымчатый кварц, верно, ты не ошибаешься. А? Дымчатый кварц, ты не ошибаешься. Во. А дымчатый этот кварц, он на что нацелен? Ну вот это вот положение вас духовности. Ну, ой, опять пошло по ногам, прямо пошла волна вторая. Причем сейчас захватила и другую ногу. Угу. Вот прям таким облаком идет. Причем прохладу мне такую, как будто вызывает внутри мышц это все. Вот, а еще что интересно,
что переносится, как-то отреагировала. Тоже, типа, как она высвобождается как-то внутри этих пазух носовых. Свободнее стало. И еще какой-то значок, ну не значок, а как же, типа какой-то гайки, но она с каким-то золотым, короче, черное с золотом. Есть у тебя там такое что-то? Есть, есть. Черное с золотом как-то себе показала. Значит, будет гайка, гайку ты видишь как? Она золотая на черном фоне? Ой, подожди, чего ты спросил? Видишь, начало вызевываться что-то. Угу. Что ты говоришь? Я говорю, гаечка, ты как видишь, в каком цвете саму гаечку? Ну, я сейчас скажу. Она черная, а золотое сверху. Ага. Значит, я сейчас подойду, я точно тебе скажу, что происходит. Ну... Если честно, то все верно идет. Сейчас обливают золото, черное что-то. Там идет такая отливка как раз. А кто-то это что, я не поняла. Кто-то отливал золотом черное. Сейчас я тебе скажу, что там рисовывается. Ну вот две ножки твоих, которые ты говоришь, иногда шалят, болят. И горловая чакра переносится вот это вот, ухо-горло-носа. Вот сейчас это будет все блокироваться, убираться через золото, через жизненную силу. Активация пошла туда. Да, мне сейчас, между прочим, как будто запершило немного в горле, а вот ноги, как будто эта энергия какая-то стала раскачивать ноги. То есть вот эта или энергия волной пошла. Угу. Ой, представляешь, я опять прямо на зевоту потянула. Хорошо, выходит негатив. Это так и должно быть. На девятке всегда так. Сейчас прям даже представляешь, чем-то запахло. То есть я даже запах какой-то ощутила. Как будто, знаешь, как будто запах, ну, типа кого-то. Ну, определяй запах, чем пахнет. Запах. Ну, он уже как-то прошел, но, знаешь что, ну, вот как будто это живой человек какой-то. Потому что это ни растением там не запахло, ни какими-то там природами. А это вот... Возможно, я что могу сказать? Я срастаюсь, когда на работе. Может, ты почувствовал, как мое какое-то эфирное дело. Может быть, недоброжелатель какой-то, ну, когда бы тебя колбасило. Здесь немножко не так, здесь мягко идет. Значит, кто-то свой, хороший. Присутствие. Может быть, даже твой ангел-хранитель. А сейчас знаешь, что? Так вообще тоже интересно. У меня выдохнулась, как бы из меня. И выдохнулась. Почему-то с запахом колбасы что-то запахами пошло мне разговаривать. Вот. Но ом, я бы сказала, прям вообще такая центрированность четкая. Состояние, ну, которое вот называют или присутствием, или осознанностью. Я бы сказала, прям состояние ума ясное. И что еще? Знаешь, я свой голос слышу как бы как со стороны, отделенно так. Слышу свой голос отдельно. Значит, ты вышла
из физического тела, второе. Я вышла наблюдать. Посмотрим, что будет дальше. А сейчас дальше. Я даже могу включить камеру. Меня в натуре стало сильно раскачивать взад-вперед. Надо камеру включать, я же очень контролирую. Ну, в общем, меня раскачивает взад-вперед. Вот, и мелькнул какой-то, пока мы разговаривали, образ какой-то, не образ, а вот, ну, цвет однозначно голубой, а сейчас как будто, то есть, но после этого, как будто вот такой небольшой квадрат бордового цвета, насыщенный такой цвет, типа темно-бордовый квадрат. Вот примерно так рисую. Ой, ну, не знаю даже, что еще сказать. Что-то похожее или на волосы длинные, или на метлу. Хороший образ, это плохой, я не знаю. Просто рассказываю, что вижу. Это хорошо, рассказываю, потому что потом проанализирую. Угу. Ну, сейчас что-то еще интересное такое. Знаешь, желтоватого цвета. Как будто полубоком показано это. Может быть, и на камень это похоже. Но вот он такого желтоватого оттенка, но он непрозрачный. И как будто то ли какая-то подставочка. Это на свечу похоже. Вот такие вот свечи бывают. Да, да, да. Правильно видишь. Свеча работает. Так, ну, раскачка продолжается, и какие-то еще, ой, прям я попала в облако, знаешь чего, невесомости, прям как будто все тело становится. Легким, невесомым, все правильно, сейчас будешь подниматься вверх. Ты знаешь, что это даже не вызевнуться, а как будто вот типа как будто душа как из этих из оков выходит. Ну, это отлично. Значит, все правильно идет. Сейчас немного как будто какой-то образ типа дерева какого. Деревяшки какой-то показали. И сердце как-то среагировало. И чем-то таким прохладно-свежим. Ну, дерево присутствует. А? Дерево присутствует. А дерево у тебя там, что оно, какую функцию выполняет? Ну, это отражать. И ты чувствуешь дерево, кстати, очень хорошее дерево. Очень хорошее. Очень хорошее дерево, полезное. Сейчас знаешь что? Ух ты, как интересно. Прям как будто... Вот было такое состояние, как будто я так задышала. Знаешь, когда какое-то типа волнение какое-то бывает. И оно, ну да, я прям так и могу описать. Вот, и мелькнул образ, знаешь, какого цвета, типа оранжевого. Но только он такой матово-оранжевый, не чересчур яркий. Ну, это смесь пошла уже двух свечей. Не знаю, как-то интересно работает. Подписываешь, я сравниваю. Вот оно, да. Совершенно верно. Перекрестно пошло. Интересно наблюдать там. Ну вот раскачивает меня по-прежнему. И...
Слушай, может быть, даже и неплохо, что вот и меня как будто как взволновало что-то. Потом вот видишь, как будто ты про свечи заговорил, я образ видел. Ну, типа, ну, больше огня какого-то добавится, я так думаю. А там... Ну, потому что обычно во время транса волнений не бывает. А тут, ну, как показали какой-то такой, заставили чуток, образ нарисовали такой. Так, что сейчас какая-то прям безбрежность. Ну, прям, так бы и сказала. Ну, именно, что вот как. Какая-то безбрежность. Ну, вот так она вот прям вот, ну, типа вот в голове или в глазах так у меня стоит. И она до сих пор так и стоит. Вот эта голубоватая или голубая безбрежность. Так, верно. Ну, немножко сейчас притухает. И пошли блики какие-то, они похожи на блики огня. Вот. Дальше ноги по-прежнему вот в этой вот волне, такой энергетической. Раскачивает прям все туловище у меня. Вот. Хотелось бы видеть яснее, но скажем спасибо тому, как. Сейчас пошли какие-то, знаешь что, прямо вот, ну типа в голове или в глазу, если конкретно, то даже как вот в правой, из правого глаза, пошли как какие-то движения такие, как будто они идут из, вот, и из внутреннего во внешний, как толчки такие в голове. И... Ой, ну вообще, ну раскачивает. У меня уже мозг пошел раскачивать голову. Вот. Ну прямо воздействие везде идет энергетическое. Опять же, кто-то вот в области сердца, причем так вот, как будто что-то как вдох или вздохнулось, что ли, но вздохнулось чем-то свежим, прям свежепрохладным таким, знаешь, но приятным. Вот. Сейчас как будто да, прям мгновенно как-то образ возник. Ну, короче, как будто потянуло центр головы и потянуло кверху энергию. Короче, вот так раз это, аж защекотало макушку. Но и образ был какой-то очень красивый такой. Ну, если не короны, то чего-то такого. Седьмая открылась. Работаем. Вот, а сейчас какой-то образ каких-то глаз. Вот, не скажу, что дико восторгает меня это. Как это, красотой, эстетика. Но вот, как будто черные зрачки большие. Вот, а окантовка такая, ну, то есть радужная оболочка синяя, но глаза похожи не на человеческие. Ну, то есть они как бы человеческие, ну, я не знаю как. Ну, то есть что-то немножко другое. Ну, там работает триединство. Вполне возможно, кто-то из высших за тобой наблюдает. Ну, а сейчас вот как-то выдохнулась. Прям знаешь, как выдохнулась? Чем-то золотистым. Так, энергии наполнилась девушка.
Как состояние перенасыщения не чувствуешь? Не чувствую. Крест какой-то возник. Но крест знаешь какой? Как будто он из мечей. Вот типа меч на меч, крест на крест. Понял? Я понял. Вот, и оно как будто, ну как вот, ну не лежит, а вот не то, что не стоит, а вот как-то боком чуть-чуть. Такой вот. Я сначала подумала крест, а потом поняла, это не крест, это типа или мечи, ну да, мечи. Или сабли. Все работает, отвлечение всего ненужного. Так, что еще? Вот опять как голубоватый в глазах пошел. Причем голубоватый и даже как будто типа и желтоватый мелькнул. Ноги прямо вот как в этой энергетической прохладе, вот я бы так сказала как-то. Хорошо. Так, ну что еще? Ну, я успела подумать про поясницу. Возник смешанный образ. Он как будто вот типа красный с золотым. Так, тогда понятно. Золото заливает, красное осталось где-то немножечко уделяет проблему. Какие-то типа вот так пятнышко мне показало. Ну, не знаю, что. То ли глаз какой-то закрытый, то ли что, но черное что-то такое. Можно сказать, что оно и на перо похоже, но типа и на глаз закрыто. Ну, вот такой так это. Сейчас глянем. Есть такое немножко. Негатив. Негатив. Это хорошо, что он закрытый. И там выливается. В принципе, я не знаю, как ты чувствуешь вот эти все взаимодействия. Ну, возник еще один образ. Типа. Вот как кронштадт у меня идет. Но еще ничего не идет. Ну вот, такой, знаешь. Здания, вот эти, как они называются, ну не башни, ну такие, а длинные такие. Так, это кто-то у меня Максим, наверное. Максимочка, ты где? Ты дома? С папой? Мама с папой завтра работают. Мы сегодня к тебе заедем. Угу. Хорошо. Я тебе позвонил предупредить. Молодец. Ну, мы с тобой, я тебе уже это говорила. Ну, давай, ладно, лапка, пока тогда. Звони еще. Подожди. Когда мы подъедем, я тебе гудок подам. Хорошо? В домофон? Нет, не в домофон, на часы. А, хорошо. Ладно. Ну, давай, все. Пока. Ну, Максим предупредил, что у меня... Отлично, молодец, вовремя. Вовремя позвонил. Да, почему? Да потому что как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую нормально. Сейчас у меня стало в области живота разгораться стало.
Если я почувствую, что как бы пора прекращать, я как-то это почувствую. Угу. Ой, сейчас какой-то склон, как будто мне показали, знаешь, типа, как в горах пастбище баранов. Господи. Это, видимо, эти. Ну, не знаю, что за образ. Ну, может быть, и не баранов, это же у меня ассоциации такие идут, знаешь, я иногда дорисую словами. Но, может быть, ну, что к чему, не знаю этого. Это я не могу понять. Так, вообще могу тебе сказать, что сейчас начинает разгорячаться голова. Может быть, уже скоро и заканчивать, да? Да, похоже. Но с другой стороны, в этой разгоряченной голове, она как-то показала разгорячилась, а сейчас опять нет, показала как будто перо. И это то ли перо жар птицы, то ли вот птицы феникс. Ну, такое красное с фиолетовым, такое перетекающее. Отлично. Вот, ну, что еще? Сейчас пошло опять прорабатывать область носа. И причем каким-то желтым цветом. Наполнение. Жизненная сила, это хорошо. Сейчас как-то стало немножко светиться в глазах, как бликами. И даже я тебе скажу, это образ больше похожий, знаешь, на что? Вот на ясновидение. Не так. Ну, потому что... Ну, ладно, давай дальше. Меня по-прежнему раскачивает взад вперед. Состояние такое сейчас у меня ощущение, как будто я отдохнувшая. Можете представить? Отлично. Это радует, между прочим. Ну вот так много щекотало в области типа бронхов. И даже как будто что-то как пыталось выскочить. Ну, что-то и должно выскочить. Что меня уже заботало. Бронхит. Так, ну не знаю, что сейчас я зевнула. Ну, даже образы какие-то пошли спокойно. Как будто зевнула. Такой, ну, как будто это типа образ луга какого-то. Что-то твой класс продолжает работать. Что? Я забыла, дымчатый кварц называется? Да, еще работает. Ну, потому что как-то я вдруг его сейчас опять типа увидела. Так, еще
Интересно, возникает вещь. Так. Марион прекратил работу, негатив снят. Кто прекратил работу? Марион, камень, черт. А у меня в душе возникло ощущение, знаешь, такой мягкости. Отлично. Ну почему? Половина пути. Какие-то образы возникают. Каменного угля почему-то с листами клевера. Но клевер, кстати, возникает второй раз. Уже был, только сначала был цветок клевера, такой белого клевера. А сейчас как будто типа есть. Как ты говоришь, половина пути пройдена, это что такое? Установка сейчас отработала. Почти сейчас. Должна она работать 2 часа, да? Да. Мы потом ее, пусть она потом работает. Чтобы ты немножко отвлеклась. А, какая-то ракушка. Такая, знаешь, большая морская. Угу. Как будто вход в эту ракушку. Продолжает работать. Сейчас опять как-то круто. Мозг прорабатывает. Сейчас центр прям защекотал, аж даже немножко запекло. Лоб наверху. О, я его почесала, а раз, как будто прям на этом месте, как солнце. Ну, солнце светит. Ноги, поясница. Я вот не понимаю, как эта установка работает. Ну вот, например, сейчас начала у меня чесаться левая ладонь. Левая ладонь начинает чесаться к появлению денег. А установка на здоровье. Ну и что, попутно тебе открывается денежный канал. Девушка, ждите денежку. Опять вызевывается. Вызевывается — это негатив выходит. Выходит. Ну, вычищается ты изнутри, вычищается. Сейчас какой-то образ белого мрамора такого с прожилками. Типа почему-то нарисовался. Просто так рассказываю, что вижу. И хорошо. Добралось до ноги. Начало как будто, типа вот сухожилие. Нет, это же не сухожилие. А это, наверное, нервная ветвь. На ноге у меня, на правой. Угу. И вот как будто ее оживлять стали.
Она потому что у меня была, я когда-то не пойму, нерв перебил или что. Ну такая как онемевшая немного зона. А сейчас вот обрабатывать ее стали. Вот разгоряченность пошла. Кстати, сейчас опять разгоряченность пошла в ступнях ног, ну, в пальцах. Ой, опять этим горячим чем-то напомнила. Так, и по второму кругу. Сейчас вот опять какой-то образ большой, такой розы. Можно сказать, только этого, типа солнечного цвета. Это возникло в голове. Ой, каких. Только тут картин нету. Ну вот в области живота опять стало как будто горячим так добавлять. Ну и цвет тоже пошел такой, знаешь как, ну типа можно сказать цвет огня что ли. Вот он так мелькает, желто-красный. Ой, ваша голова моя освобождается. Ну, раскачивает энергии меня прям по-прежнему. Ну, только уже не так сильно, но все равно. Да. Так, как бы пусть направила бы энергия, направься, пожалуйста, энергию на область коленей. Ну вот структуру даже какую-то показала, типа колени. Как будто вот там из двух частей состоит. Это скреплялка даже показана. Скреплялка серого цвета. А вот в области колени одна часть как будто белая, а другая красноватая. Вот. Красноватая это где-то там, где воспаление. Я и сама так подумала. Вот, а сейчас я не пойму. Ну. Ну, давайте еще. Вот, как и колени. Так, ну сейчас пошел почему-то левый, над левым глазом. Так, это что-то там прочищается в голове. Ну, на колени. И
прояснить это заведомо. Как будто что-то хочет типа выпрямиться. Ну, прямо из этого. Ну, типа из груди или из бронхов. Вот. А сейчас, знаешь, что, даже раскачивать стало немножко не так. Не спереди, не взад вперед, а как будто справа налево. Плечевая область пошла раскачиваться. И она вот справа налево. Весь изменилось. Сейчас вот как будто опять области типа, или сердца, ну так или души, как будто такая вот попытка выдох, задышать, вот так, начать дышать. Немножко раскачиваю. Какие-то даже к этим картинки пошли такие, знаешь, более спокойные. Сейчас у тебя будет состояние такой легкости, успокоения. Потихонечку ты будешь выходить. Что я еще вижу? Теперь я вторую половину работы установлю на твоих коленях. И область уха, горло, нос. Так, лук, о, сейчас нормально. Опять свой голос стала слышать, как со стороны. Какой-то образ лука, причем репчатого. Сначала он с фиолетовым, такой, знаешь, бывает синеватый лук. Есть. А потом как будто на простой такой перешел, ну, который такой желтоватый. Но я думаю, что вот этот образ, который с фиолетом, еще до этого что-то было, он был не очень приятным. Но, наверное, какое-то изменение, улучшение. Да, сейчас у меня, знаешь что, сейчас немножечко пошло какое-то, типа как именно области, близко к переносице,
Ну, короче, череп как будто стал чуть-чуть как сжимать с боков. Короче, работа опять какая-то в голове, в мозгах. И ну, мне нравится то, что я свой голос слышу со стороны. На языке у меня появился, или, ну как это назвать, вкусом, можно это назвать или нет, эфира. То есть такой, знаешь, прохлада такая. Ну, я однозначно понимаю, что это типа как эфир. Но мне нравится, что я слышу свой голос со стороны. Вот еще какой-то образ, ну, прям такие солнечные, можно сказать. Ну, солнечного света, но он круглый такой. Ну, вот, приятный свет, приятно. Понимаю, как приятно. Так, что еще? Что-то им какие-то заклепки, мама родная. Сколько ж мусоров-то дофигище, скажи. Это я еще не все уже рассказывала. Ну, чего только там не видно, какие-то ниндзя. Но мы же все какие-то мусоры. Что-то тебя разбирают, вычищают все заколочки. Знаешь что, хватит меня разбирать. Ты не установками. Этими словами тебя разбирают. Мне надо меня разбирать. Меня вот посадить здесь сейчас и самоопределить, кто я по профессиям. И этого будет достаточно для моего счастья и счастья моих окружающих. Хорошо. Твои вот эти, которые там разбирают, это они меня, я вот целый день сплю. А потом, где я? Днем сплю по несколько раз, а у меня дома ребенок. А ночью заснуть не могу до 3 или 4 утра. Да, ритм сбивается, согласен. Так, выходим, Валюша, мы уже сейчас работаем в эфире. Ген, спасибо большое. Даже как будто и увидела, что он типа или заканчивает, или что-то такое, да? Прям такой вот какой-то образ. Да, отлично, Валюш. Теперь еще час автономной работы, чтобы заниматься всем, чем нужно тебе. Потом уже что-то добудешь. Спасибо большое. Угу. Значит так, еще час автономии и остальное. Валюшенька, запись останови. А ты не записывал? Нет. Так, хорошо, 52 минуты, 53 остановки.